Это просто пиздец. Смотри, сколько мусора нахуй. Абсолютно чистая была воронка, ну, ебать, это капец. Не, нахуй, Лукойл, теперь только до свидания, только Башнефть. Еще на Башнефть проверю. Так, всем здорово. Сейчас будем менять свечи. Во сколько мы их там поменяли, я уж не помню, на каком пробеге. По видео надо посмотреть. Ставили Бриск Сильвер. Сейчас посмотрим, что с ними случилось. 1080, наверное, был пробег или, может, меньше. А, нет, 1080. Ну, я не помню, надо посмотреть. Вот 10 тысяч на них точно мы проехали. Как тут достать-то? Кстати, сегодня минус 10 был. Я заводил мотор. Тишина, ничего не гремит, ничего не стучит. Масляных колодцев нету, чистенько, это радует. Но мотор живой мне. Сейчас я вам покажу. Вот, все чистенько, масла нету. Воздуха нет, чтобы продуть, конечно. Но я думаю, там пыли-то не особо должно много быть. Потому что на холодное, не на холодное, а на холостых бывает немножко раз-раз работает, тихо передернет. Такое ощущение, как будто свечу одну пробивает. Вот состояние свечей, смотрите. Где тут камера-то, куда себя показывает-то? Как новый, да? Я их отложу немножко. Вообще изолятор, смотрите, какой. И тот, что значит, правильно подобрано калийное число. Она накаляется сейчас и сама себя чистит. Так, ладненько, свечи прямо. Посмотрим, первая свеча, мы ее меняем. Ставим, которые с вами мыли. Проверим их. Ну и плюс еще масло не жрет вот и до, ну, от ноль, короче, от замены до замены. Вообще работает мотор отлично. Кстати, надо свечи менять на холодном моторе, а я вот делаю ошибку, меняю на теплом. Нельзя на теплом, либо надо не затянуть, а потом, когда мотор остынет, уже подтянуть. Потому что сейчас на горячую затянешь, потом хрен отключишь. Ну, я отверточкой, короче, легкий рычажок делаю. Поэтому, я думаю, ничего страшного не произойдет. Я не трубой тяну. То же самое. Чистоган абсолютно. Проверим, как эти будут все вести. Вот чисто от руки вообще, не тяну ничего.
также откручивается, видите, одной рукой. Не надо здесь никакую трубу тянуть, ничего. Заметьте, все заводское, анаэробный этот желтый. Абсолютно чистые свечи. Хорошие, кстати, свечи вот эти Brick Silver. Четвертая, последняя. Отлично. Здорово, здорово, Саня. Блин. Забыл, ребята, совсем забыл сопротивление замерить. Какое у них сопротивление? Сейчас, секунду, мультиметр проверю. Так. Три 29, видите, да? Сопротивление, я думаю, нормально, маленькое. Здорово. Так, ладненько, оставляем их, короче. Все равно снимать не буду, что-то вот мне даст сопротивление. Ездить так ездить. Но это сопротивление, значит, хорошее, что ли, я фиг знаю, там, от скольки до скольки почему. Ай-яй-яй, стоять, телефон, еще ветер, ураган этот. А то он все, что стоять, не шататься. Все, одеваем на свечники. Свечи сюда. Сюда. Холодно. Так, и теперь по порядку. Первое. Не лезет. Что, заводим, пробуем?
Так. Заводим, потому что телефон, если оставлю, он у меня упадет точно. GPS подключен. Мама, заводится хорошо. Ничего вроде. Шепчет. Так не проверишь, но не гремит вроде, не гремит. Нет такого перебежки. Так, все, на этом, ребят, будет заканчивать. Маслом я пока доволен. Бензином Башнефти доволен. Свечами доволен. Ремень слабенький, но генератор надо скоро поменять. Так, что, ребят, пишите сюда комментарии, задавайте любые вопросы, отвечать буду всем. Так что все, всем на связи, всем пока. Вот выехал, проверяю свечи, все нормально, бедачком. Только за... такое ощущение, как будто глушитель начал сечь. Потому что каталик-то мы сняли, и поэтому, наверное, теперь глушитель прогорает быстрее. Все, вот мы и дома. Так, все нормально. Оборота вроде ровненько, ничего. Так, ладно, все, всем пока.